Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Галоўная ёлка в області. Новогоднія свята сабрала ў гомельскім цырку амаль 1500 дзяцей. Пандус усталявалі, парк прывозіць у парадак. Нашы корэспандэнты пацікавіліся ходам справ па выкананні даручэнняў кіраўніка рэгіёна. Вынікі адыходзячага года сёння падводзілі дэпутаты аблсавета. На парадку дня таксама праект бюджэта і прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Кульмінацыя дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» адбылася сёння ў Палацы Рэспублікі. На галоўную ёлку краіны запрашэнне атрымалі больш як 2000 дзяцей. Яны прыбылі з усіх абласцей Беларусі. Гэта не толькі тыя, хто застаўся без апекі бацькоў і мае патрэбу ў дадатковай увазе, але таксама школьнікі, якія перамагаюць на алімпіядах, дэманструюць прыкметныя поспехі ў вучобе або спартыўных спаборніцтвах. На свята прыехаў і прэзідэнт. Менавіта з падачы Аляксандра Лукашэнкі стала традыцыяй у гэтыя перадновагоднія дні усёй краіны уключацца ў марафон добрых спраў для маленькіх беларусаў. Для меня, как президента, очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь каждого нашего ребенка пришло волшебство в виде искренней заботы, душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким должен быть наш праздник. И вы, дорогие ребята, и ваши наставники, учителя должны помнить и понимать, что добрые люди рядом с вами, подарки хорошие, все это зависит только от вас. Если вы этого сильно захотите и что-то для этого сделаете, обязательно вы все это получите. Президент подяковал усім тым, кто дорыць свято детям, а юным гостям сказал шмат добрых слов. Например, про то, что ганарыцца кожным их досягнением. Попросил берегши батьков и поважать своих наставников. И для тых, и для других поспехи детей – лепшая узнагорода. Ну а для самих гостей свято запоминальным подарунком стало маляўнічае шоу «Новогодняя казка». Каля 1500 дзяцей з усяго рэгіёна сабрала сёння ў Гомелі абласная навагодняя ёлка. Дзед Мароз са Снягуркай сустракалі шаноўных гасцей на арэне цырку. Урачыстасці сталі самай маштабнай святочнай падзеяй ў рэгіёне ў рамках дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Але гэта далёка не фінал. Марафон дабрыні, клопату і увагі працягнецца да 10 студзеня. Яўгенія Кухаронак з падрабязнасцямі. Білеты на гэтае прадстаўленне немагчыма набыць у касе. Сюды трапляюць па спецыяльных запрашэннях. Па традыцыі свята праводзяць для школьнікаў, выдатнікаў вучобы, пераможцаў алімпіяд, спартыўных спаборніцтваў і творчых конкурсаў. 10 самых адорных хлопчыкаў і дзяўчынак атрымоўваюць падарункі ва ўрачыстых абставінах. Прама на арэне цырка з рук кіраўніка рэгіёна. І ўсе разам загадваюць адно жаданне – сапраўднага зімовага надвор'я са снегам, марозам і сонейкам. Мы гордимся своими детьми и выражаем слова благодарности нашим детям, нашим педагогам и нашим родителям, которые воспитывают детей и дают возможность получать хорошие результаты, потому что система образования является одной из лучших в Республике Беларусь. Поэтому пожелаем им успехов, чтобы всегда так они были эмоционально развиты, чтобы они всегда поддерживали своих учителей, поддерживали своих родителей своими успешными оценками и знаниями. У лепшай дзесятцы – дзеці з самых розных куткоў Гомельскай вобласці. У скарбонцу ўзнагарод кожнага з іх – дыпломы і медалі, вышэйшыя пробы ў алімпіядным руху, спорце, творчасці, а таксама валантёрстве. Яны актыўныя і вядуць за сабой аднагодкаў, нават мэты ставяць – быць прыкладам і ў будучым. Пытаюсь хорошо учиться, получать хорошие отметки, чтобы потом в дальнейшем быть лучше и чтобы я дал урок всем другим детям, чтобы они хорошо учились. Я хочу пожелать всем успеха, чтобы они хорошо учились и занимались спортом. Удачи, чтобы у них все получалось, чтобы они добивались своих целей, то, чего они хотели, и чтобы они хорошо учились и получали только десятки. На абласное дабрачыннае свята запрошаны таксама выхаванцы школ-інтэрнатаў, дзеці з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, з малазабяспечаных сем'яў, а таксама шматдзетных. Адна з іх знаходзіцца пад асабістым патранажам старшыні гомельскага аблвыканкама. У сям'і Мушкавец маці ў адзіночку выхоўвае 4 дзяцей. З усімі імі Геннадзь Салавей сустрэўся падчас урачыстасці, уручыў салодкія падарункі і пажадаў здзяйснення мараў у новым 2020 годзе. Евгений Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».
Калейдоскоп новогодних чудов протягнулся у специальном ясли-саде номер 27 для детей с порушениями зроку. Установу у рамках республиканской акции «Наши дети» наведала депутат Палаты представников Ирина Даугала. У дитячем садку зараз больше за 100 выхованцев. Каждый має певные проблемы со зроком, але их отримливается вырашать с допомогой практикованию и сучасной техники. Эффективность проводимой работы каля 80%. У большей колькости детей зрок нормализуется и по досягнению неотповедного узросту, яны идуть у звычайной школы. Вядома, доброму здоровью сприяя добрый настрой. На передании новогоднего свята выхованцы дитячего садка подрихтовали святочный ранешник. На представление завитала Ирина Даугала, депутат Палаты представников. У якости подарунка установа отримала новый спортивный инвентар. Это вообще особое чудо, когда идет вот по всей нашей стране акция «Наши дети». Вы только вдумайтесь, «Наши дети». Они все наши, независимо ни от чего. А уж когда есть какие-то у ребенка проблемы, тогда в два раза больше хочется всего больше сделать. Протягиваем выпуск. 14 снежня старшиня Гомельского облвыканкама провел прямую телефонную линию, подчас якой поступило больше як 40 звонков. По доручению Геннадия Соловья, некоторые огученные питания были вырешены в той же день, для інших спотребился час. Сегодня наши корреспонденты потекавились озробленным. Парк фестивальный по площади, напевно, другі у Гомелі. А тому и для поддержания его порядку потребны и силы, и сродки. Два тыдні тому гомельчанка поскардилась на то, что у парку не убираются листья и сломанные галинки дрел. Масштабные работы по наведению порядку распочались практически одразу. Зараз фестивальный стал значно больше чистым, хоть работы по добраупорядкованию еще протягиваются. Что тычется еще одной огученной проблемы ремонту некоторых парковых дорожек, то администрации Советского района планует провести отповедные работы у наступном годе. Еще одно питание, которое находится у стадии вырашения – будовництво пандуса. У доме номер 12 по улице 60 год СССР. В огуле его повинны были уже сдать у эксплуатацию, але перешкаджают постоянные дожди. Але у любым выпадку и гэтае доручение будет выконано. Инвалид-колясочник, який потелефоновал губернатору, реакции на свою просьбу задоволены. Меня выносили на руках, друзья. Ну и поднимали, или я уже на крайний случай это по перилу шел, чуть ли не полз, вот так вот спускался, это, ну, невозможно было. Пандус, если на нем было съехать, это разогнаться можно было до богатыря магазина. Это самоубийство, это. А сейчас сделали более-менее, я еще не пробовал, но должно получиться. Еще одна просьба, с якой звертались жихары в улице 60 год СССР, тычилась несанкционованного гандлю продуктами харчевания каля гипермаркета. А проша того, что такой продаж не отповедал санитарным потребованиям, он еще створал шмат проблем для людей. Пройти по тротуары помеж импровизованными радами было складано. Теперь товары пропануть только у отведенным для этого месцы. Еще один адрес в улице Чкалова, частка якой рыхтуется под забуду шматповерховыми домами. После износу одного из будинков уваход на соседнюю территорию оказался фактично свободным. После звороту на прямую линию плясовку обгородили. Одразу не хапило нескольких листов, але теперь и их уже усталявали. По обращению гражданки на горячую линию в Гомельский облсполком было принято решение произвести ограждение данного строения от застраиваемого микрорайона при помощи декоративного забора из металлопрофиля. Дом гамельшанки Людмилы Махаевой так само будет снесены. У сувязи с чем женщина отримала новую квартиру. Вось только заселиться у яе не смогла. Женщина налишила 10 недопросовок, которые покинули после себе будовники. А ликвидовать недохопы и они не спешались. После звонка на прямую линию все выправили за 3 дни. Правда, один момент для Людмилы Махаевой застался незразумелым. Ей отмовились покласти плитку каля раковины у кухни. А почему должна квартира быть хуже той, которая есть у меня? Он же одинаковых потребительских качеств должно. Вообще, я очень благодарна вот нашему новому губернатору. Молодец. Пускай хорошую команду собирает, чтобы люди все-таки... Защита, чтобы у нас была у простых людей. Чтобы знали, что ты обратился, и тебе обязательно помогут. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Прамыя телефонныя лініі з прадстаўнікамі мясцовай улады пройдуць 28 снежня. На пытанне жыхароў нашага рэгіёна адкажа намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Андрэй Конюшка. Звязацца з ім можна будзе па нумары 33 12 37. Таксама ў гэтую суботу прамую лінію правядзе намеснік старшыні гарвыканкама Віталь Атаманчук. Телефон для сувязі 51 19 54. Прамыя лініі будуць працаваць як звычайна з 9 до 12 гадзін. Вынікі дзейнасці ў мінулым годзе падведзены сёння на сесіі абласнога савета дэпутатаў. Акрамя таго, вызначаны прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна і ўдакладнены бюджэт на 2020 год. Усяго на парадку дня 30 пытанняў. Дмітрый Котаў працягне. 2019 для областного совета депутатов отрымался насыщенным. Проведено 7 сессий, на яких принято 58 решений. Кожная у той или иной ступени закранает один из накірунков социально-экономичного развития региона. Протягнули свою деятельность постоянные комиссии, которые у основным разглядали питание выполнения 16 региональных комплексов мероприемств по реализации на Гомельщине держпрограмм. Сярод их малое и среднее предпринимательство, адукация, молодежная политика, развитие транспортного комплекса, культура Беларуси. Тесное взаимодействие с выконавшей уладой позволило сделать запланованное и зараз необходимо будовать планы на будущее. Так прогноз по ВРП на наступный год 103,7%, продукционность працы 103,5%, экспорт товаров 105%. У 2020-м, до речи, появятся три новые показчики социально-экономичного развития. Это энергосбережение, увод в эксплуатацию огульной площади жилых домов и колькость шматдетных семей, для яких плануется будовництво жилья. Так само на сессии шла размова и про бюджет в области. За основу принят базовый сценарий условий экономического развития. Он предполагает в 2020 году рост ВВП на 101,9%, индекс потребительских цен, инфляцию 105%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США 2,2447, ставку рефинансирования 9,5%. В 2020 году бюджет области прогнозируется получить 1,877 млрд. рублей собственных доходов. По сравнению с утвержденным на 2019 год планом, прогнозируемые в 2020 году доходы увеличатся на 4,6%. Размова на сессии и про спортивные досягнения. У приватности присуждение стипендии для тех, кто добро проявил себе. Их отримают 149 человек. С каждым годом эта цифра растет. Соответственно, мы можем говорить, что у нас и спорт, и успехи в спорте растут. Я думаю, что спортивный резерв, подготовка спортивного резерва в нашей области движется в правильном направлении. Об этом даже можно провести параллели с европейскими играми. Если в 2015 году в Баку спортсмены области было завоевано 6 медалей, 3 золотых и 3 бронзовых, то уже вот на прошедших в Минске в 2019 году 19. Усяго на 14-й сессии Гомельского областного совета 28-го скликания было разгледжено 30 пытаний. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Каштоўны падарунак напярэдадні новага года. Сёння ўдар музею Гомельскага палацава-паркавага ансамбля перадалі артэфакты часоў князёў Паскевічаў. Былы кіраўнік установы, а зараз дырэктар Беларускага культурнага цэнтра духоўнага адраджэння Александр Госцеў прывёз у Гомель копію дакумента, падпісанага Мікалаем Першым, які пацвярджае прысваенне Фёдару Івановичу Паскевічу звання палкоўніка. Ён даслужыўся да генерала расійскага войска, жыў у гомельскім маёнтку і ў 1880 годзе атрымаў званне ганаровага грамадзяніна Гомеля. Акрамя гэтага музею перадалі іншыя дакументы, напрыклад, перапіску Паскевічаў з расійскімі імператарамі, што дазволіць больш дасканала вывучаць лёс знакамітай сям'і і рабіць навуковыя вынаходніцтвы. Хацелася б адметіць, што мы многа знаем о фельдмаршале Іване Паскевічы, но о Фёдоре как бы мала известна, і вот эти факты, как его награждали, какие у него звания были. Он тоже до генерала дослужился. И потом уже занялся мирной жизнью, развивал хозяйство на территории Гомеля и области. Очень много сделал. Мы обязаны ему, что Гомель такой сейчас город прекрасный. Усе дакументы выяўлены ў нацыянальным гістарычным архіве пры падрыхтоўцы музея ў крыпце храма-помніка ў гонар усіх святых у Мінску. Установа ствараецца да 75-годзя вялікай перамогі. На сустрэчу ў Гомель таксама прыехаў былы кіраўнік Гомельскай вобласці Александр Якабсон. За 10 гадоў на пасадзе старшыні аблвыканкама ён многае зрабіў для захавання гісторыка-культурнай спадчыны. Менавіта пад яго кіраўніцтвам праходзіла
масштабная реконструкция палаца Румянцевых и Паскевичев. Сёлета головной культурной славутости Гомельщины исполнилось 100 годов, тому раритеты стали чудовым подарунком до юбилею. Напередодні калядаў інформаційны аддзел Гомельскай епархіі абвясціў акцыю «Павіншуй бліжняга». Яе правядзенне стала добрай традыцыяй. Праект рэалізуецца ўжо 6 раз. Да 7 студзеня больш як 5 тысяч школьнікаў, выхаванцаў дашкольных устаноў адукацыі, студэнтаў атрымаюць лісты з віншаваннямі ад сваіх аднагодкаў і асабістым пасланнем уладыкі Сцяфанам. Дарагія мае юныя друзья, я искренне вас благодарю, что вы откликнулись на акцию «Поздрав ближнего». И в эти рождественские дни каждый друг другу приносите свои поздравления, свою искренность, свою любовь, свое уважение. Пусть же Господь всегда хранит вас в добром здравии, в послушании своих родителях, в хорошей учебе в школе, в послушании своим преподавателям. И будьте добрыми друзьями. Жадаючыя далучыцца да марафону дабрыні і радасці могуць вырабіць калядную паштоўку з віншавальнымі радкамі. Канверт з пасланнямі з зваротным адрасам трэба перадаць у інфармацыйны аддзел Гомельскай епархіі і чакаць паштоўку ў адказ. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Житковичах автомобилист совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадал 35-летний местный житель. Мужчина был доставлен в хирургическое отделение районной больницы после того, как попытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Ниссана», который совершил наезд, покинул место ДТП. Позднее инспекторы задержали виновника на дому. В гараже стоял автомобиль с характерными повреждениями. Аналогичное ДТП произошло в Гомельском районе. Маршрутка сбила мужчину. Водитель микроавтобуса Ford Transit, находясь не на маршруте, двигался по автодороге Новая Белица, Кленки, Рудня-Спонинская. На 7-м километре он совершил наезд на 53-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. На пострадавшем не было фликера, и по предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В Рогачеве в результате ДТП пострадал 3-летний ребенок. При выезде с дворовой территории 37-летняя женщина-водитель на Honda Civic не убедилась в безопасности маневра и не предоставила преимущества в движении минивену Volkswagen Touran. При столкновении автомобилей пострадали пассажиры Honda, 30-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Два автомобиля горели накануне в областном центре. Около 9 утра поступило сообщение о пожаре на улице Хозяйственной. Пламя охватило «Opel». У машины повреждения салона и моторного отсека. Второй пожар случился через 2 часа. Автомобиль «Renault» запылал огнем на улице Жемчужной. Пострадавших нет. Версия поджога не рассматривается. Вероятная причина возгораний – замыкание электропроводки или неисправность электрооборудования. За минувшие сутки произошли 2 пожара и в жилых помещениях. В Мозырском районе горело дача, а в Гомеле квартира. Возгорание в областном центре случилось на улице Чапаева. Вот такая картина предстала после того, как спасатели справились с пожаром. Обугленная мебель, почерневшая от копоти стены. Хозяева не пострадали. К ЧП привела неосторожность при курении. Вызволили из плена чугунные батареи. В Гомеле спасатели помогли девочке высвободить застрявшую в радиаторе руку. Сообщение поступило на пульт дежурного около 10 вечера. Ребенок просунул руку в пространство между секциями батареи и застрял в ней по локоть. Спасатели смогли помочь ребенку, использовав подручные средства. Госпитализация не понадобилась. Это все новости на сегодня. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Без побед в очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге Гомель и Металлург не пополнили свой очковый багаж. Хоккеисты «Динамо Молодечи» на домашнем льду совсем не гостеприимно обошлись с рысями. 5 шайб побывали в гостевых воротах. При этом свои динамовцы оставили в неприкосновенности. Завтра Гомель ждет в гости столичную «Юность». Организаторы обещают сюрпризы для болельщиков и традиционная игрушка по окончании игры. Начало в 13:00.
5 взятий ворот зафиксированы в поединке между «Металлургом» и «Шахтером», который состоялся в Жлобине. Правда, поводов для радости у местных болельщиков было немного. «Сталевары» проиграли «Горнякам» 1-4. Завтра «Металлург» вновь играет дома. Соперник «Динамо Молодечно» начало в 17:00. «Сталевары» в турнирной таблице сейчас шестые. «Гомель» на строку выше с гандикапом в 3 балла. Руслан Юденков остается. Футбольный клуб «Гомель» продлил на год контракт с защитником. В минувшем сезоне футболист сыграл 21 матч и отличился 2 забитыми мячами. Всего же Руслан Юденков в составе «Зелено-белых» провел 115 поединков. Спортсменов из Беларуси и России собрало в «Гомеле» открытое первенство по конному спорту Центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Накануне спортивные пары состязались в манежной езде. Сегодня в программе был конкурс высотой препятствий 110 см. Завершится первенство завтра – кроссом. Конкуренцию гомельчанам составляют спортсмены из Могилевской и Минской областей Беларуси, а также российского «Орла». Главные цели для хозяев турнира – опробовать новое покрытие манежа, а также подготовиться к будущему сезону. Мы хотим проверить подготовленность наших всадников, наших лошадей, ну и сравнить себя с приезжими командами. Ближайший старт для гомельских всадников – Кубок Беларуси. Турнир пройдет в начале февраля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».